Твери завершается подготовка к открытию рождественской ярмарки. На улице Трехсвятской уже установлены 24 стилизованных домика для торговли. Начался монтаж арт-объектов и фотозон. Тему продолжит наш корреспондент. Сейчас на главной пешеходной улице ведется монтаж большого светодиодного шара и продолжаются работы по праздничному украшению домиков для торговли. На ярмарке будет работать 24 стилизованных домика. В основном в них будет представлена продукция тверских производителей. Рождественская ярмарка откроется уже в эту субботу, 14 декабря. Впервые в ее рамках по улице Трехсвятской пройдет бесплатная экскурсия «Зимние забавы». Ее проведет известный в Твери экскурсовод и главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова. Новогодних, рождественских праздников. Приглашаем вас на бесплатную экскурсию-прогулку по улице Трехсвятской. Мы приоткроем с вами тайны купеческих особняков, некогда знаменитых гостиниц и магазинов. Непременно поговорим о традициях тверского угощения, как наряжали елку, какие подарки приуготовляли и, конечно же, что непременно должно было быть на рождественском столе. В том числе узнаем о замечательной новогодней традиции, которая была в Твери. И именно перед Новым годом принято было прокатиться на тройке. И это считалось к удаче, богатству, благополучию. Место встречи – большой экран на главной пешеходной улице Твери. Экскурсии будут проходить каждую субботу и воскресенье на улице Трехсвятской в 11:20. И я, ваш экскурсовод Соколова Людмила Николаевна, буду ждать вас в конце улицы Трехсвятской на скамеечке у большого экрана. Завершится экскурсия к открытию рождественской ярмарки в 12:00, где для тверичан организуют мастер-классы, спортивную анимацию и мини-соревнования.